В Махачкале начал работу двухдневный форум с главами муниципалитетов. Цель мероприятия – повышение качества работы по сбору налогов в районах и городах республики. Проектная сессия станет своеобразным экзаменом для руководителей субъектов, как на проверку профессиональных качеств, так и на знание налогового законодательства. Работа семинара продолжится и завтра, но уже в Кизляре. Подробности сегодняшнего дня форума у Патимат Ханаповой. Войти в двадцатку бюджетов по собственным доходам, увеличить налоговые поступления в два раза. Задачи серьезные, и исполнены они должны быть в течение 5 лет. При этом ответственны за это будут не только налоговые службы, судебные приставы, прокуратура, но и главы муниципалитетов. Они и будут играть ключевую роль. Так, сегодня им, руководителям районов, и предстоит показать себя как управленца, куратора команды. Кто работает на земле, они носители основной информации. Вы носители основной информации, мы у вас много научимся, потому что иногда даже нормативные акты республиканского уровня смотрят, что почему-то так долго они работают, потому что надо у людей сначала спросить, что там не так, что не получается. Вот мы сегодня хотели бы от вас это услышать. Мы будем рассматривать сегодня проблемы. Я вот хочу тоже призвать, чтобы вы это рассматривали как обучение, но не как запартное обучение, да, а как возможность вообще рассказать о том, что происходит у вас в территории, поднять этот вопрос. Его расщепить до самых, так скажем, элементов таких, которые вам становятся понятны, и понятно становится всем, и в правительстве становится понятно, и в правоохранительных органах, и вопрос этот решить. А проблем в муниципалитетах действительно много. Темпы роста по сбору налогов относительно предыдущих лет есть. Однако, несмотря на положительную динамику, по словам первого зама премьер-министра, в масштабах страны положение в регионе все еще неутешительное. Мы можем здесь сколько угодно вот сидеть в хороших, красивых костюмах и говорить о том, что мы там сделаем или у нас все хорошо. Все плохо. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание. И вот здесь вы все здесь менеджеры. И у каждому вам верено свой район и верено население. И перед нами всеми стоит задача, и прежде всего перед главами муниципальных образований, чтобы этого решить. За 5 лет. Кто не может, тот, я предлагаю сразу лучше сказать, что эта задача для меня невыполнима. Неправдоподобная картина и по количеству коммерческих объектов в муниципалитетах. Так, к примеру, оказалось, что в Сухокумске есть лишь один торговый центр, а в Буйнакске всего 3. Плохо все обстоит и с розничными рынками. Одним из проблемных направлений администрирования налоговых платежей является осуществление торговой деятельности на территории розничных рынков без постановки на налоговый учет и, соответственно, без уплаты налогов и страховых взносов. По информации налоговых органов республики, по состоянию на 1 января текущего года на 45 розничных рынках республики предпринимательскую деятельность осуществляло 9223 человека, из которых 1048 не состояли на налоговом учете. Отметим, что форум будет проходить 2 дня. Сегодня семинар состоит из пленарного заседания и работы в группах. Один муниципалитет – это одна команда, куда входят главы района и руководители муниципальных ведомств. За круглым столом они обсудят проблемы сбора налогов на местах. Нерешаемые оперативно проблемы будут зафиксированы, чтобы затем проработать, а для оставшихся в рамках форума наметят пути решения. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.